Здравствуйте. Сегодня у нас новый лайфхак о том, как сделать маску. Вы знаете, это не мое изобретение, в отличие от предыдущего. Оно более дешевое и более удобное. Сегодня я его сделал, сходил в супермаркет с этой маской, и все нормально. Вот берем нетканный материал, что характерно израильский. Ну, просто он один такой по цене удобный. Складываем и три части. Вот так вот. Нам для того, чтобы сделать эту маску, нужно будет вот этот материал, асю и ножницы. И немножко фломастера. Значит, мы сложили в три раза. Потом складываем вот так вот пополам еще раз. Берем ножницы и режем вот так вот, надрезаем. Не до конца. Ну, примерно так разрезать, надо, чтобы уши прорезали. С обоих сторон. Потом опять разгибаем, чтобы у нас было три части. Зачем нам нужна ася? Ася у нас что-нибудь разрисует здесь. На, давай, порисуй здесь. Ну, давай, давай, не стесняйся. Она у нас вот рисовала корзинки тут. Теперь мы сейчас Аси тоже тут что-нибудь нарисуем. Вот, да? Вот. Приятное занятие с внуками во время карантина. Вот. Это у нас что с тобой? Солнышко будет, да? Давай, вот, бля. Получилось то ли солнышко, то ли сердечко, непонятно что. Да. Потом мы берем маску, накладываем ее на лицо. Уши закладываем. Маску опускаем под размер, делаем, подгибаем. И вот вам готовая маска. Но если вам она не нравится, можно взять еще фломастеры и их использовать.